Это мы ездили на речку Судость. Это мы на Брянщине. Так, обратно по другой дороге. Ездили на речку сегодня, вот посмотрели, это вот мы уже возвращаемся домой. Вот мы вдоль реки еще едем. Красивые места, шикарные. Кислороду тут просто зашкаливает. Отсюда возвращаешься как в пьяном состоянии. Это вот все берега речки Судость. Такой вот ландшафт. Это мы сейчас куда сейчас? Через что? Через Сыпычи едем? Через Сыпычи, да. Ну, я же должен тебе показать одну дорогу, вторую. Угу. Через Сыпычи поедем. Не буду уже отключать камеру, уже покажу. Сыпычи находятся там. Вон, в 7 минутах от Случевска. Thank you.
Чуть стеклом не придавил себе руку. Вот мы приехали еще в одно место. Дима, я сказал не бегать туда. Это мост через речку Судость. Впереди государственная граница Российской Федерации. Вот, ребята, мы почти на границе находимся. Встань сюда, блин. Не балуй. Слагайся. Становись. А это старый мост был, да? Да, вон там. Еще здесь был. Нет, это не старый мост, это водорезы, как ледорубы. А, ледорубы это. Еду, там был мост. Мост вот здесь был, да. Да, вот здесь был мост. Тогда я еще видел. Да. Че, какая рыбка тут ловится? Здравствуйте. Не ловится. Я ничего, я снимаю. Да, ничего. Ничего страшного. А то спрашивают люди, какая рыбка тут водится в этой речке, что ловят? С утра главлика взял. Сейчас что-то вот не играет главы. Не ходит. Вся водится рыба. А какая, можете перечислить? Я вот не знаю лично. И сом, и судак, и лещ, и лень, плотва, окунь. Вся рыба, что есть. Знает, кроме морской. Рыбак, ты меня спрашиваешь, я... Щука, да, есть? Щука есть, да. Щука есть. Окунь, щука. А? Окунь, щука. В общем, вот такая вот тут рыбалка. Вон он, поплывок. Погода плохая. Пошли. А лавы не хочет. Ну ни хвоста, ни чешуи вам. Даже не видно, чтобы гулял вам. Какая тут красотища. Да. Тишина, красиво. Интересно, эту речку немцы переправлялись через нее в войну? Да. Да? Там он выше, может, был выше, вот там и танки были. В ту сторону где-то там, да, они брали, да? Брод через реку. Да, да, да. Историческая земля здесь. У нас на Дальнем Востоке-то немца не было. Да, красота какая. А вы сегодня ничего не поймали, да? Утром судачка. Да? А то, может, трофей какой есть, нету? Алексей,
Это вообще не... впечатляют места просто вообще своей вот этой красотой девственной. Вот видишь, вон футбольное поле еще есть. Водичка супер. Для пригодна. Там вот раньше футбол гоняли, вон. Ворота стоят, гоняют еще, наверное. Ворота стоят. Ну вот, ребята, ехали мы с речки, против, заехали мы против на новое, солнца, а вот такое нормальненько. На новое место. Я первый раз тоже вижу этот мост через речку Судость. Вот, в общем, мы за один день убили сразу два вопроса. И речку посмотрели, и мост через речку. И узнали объективный такой обзор, что здесь ловится у коренного рыбака. Посмотрели, как тут рыбачить на удочке. В общем, такие вот места, тишина, райское место. Вода чистая, воздух чистый, есть комары, мошка. Единственный минус, да, ну никуда не денешься. А так нормально все. Все, ребят, ставим лайки, всем спасибо. Алексею спасибо большое, что показал нас здесь все вот это. И мне, и вам. Всем удачи.